36 собак, 15 кошек, голуби и другие экзотические животные. Пройти мимо страдающего четырехлапого друга Элика Терехова не может. Старается помочь каждому. Раньше холмчанка с этой задачей справлялась. Но после трагедии в семье сахалинка осталась одна. Денег не хватает порой даже на себя, что говорит про килограммы корма для животных. Женщина каждый день варит каши и на такси привозит хвостатым. Тяжело, но отпускать их на улицу после стольких месяцев ухода рука не поднимается. Всех их мы вылечили, подняли, а отпустить на улицу мы просто не имели права, потому что они погибнут. В городе нет никаких условий для проживания бездомных животных, приютов нету, поэтому я оставила их у себя. Кошки и собаки далеко не все жильцы Элики. Женщина готова дать шанс на жизнь любому живому существу. Среди постояльцев здесь есть даже свинья. Зовут ее Плюша. Ей 3 года, и она очень любит шоколад. Кушай, пожалуйста. Это животное как мать для многих собак. Они с ней греются, живут, и даже она их воспитывает. Отношение земляков к зоозащитнице неоднозначное. Элики Тереховой знают далеко за пределами Холмска. Многие добавляют работы. То подбрасывают щенков, то звонят с историями о брошенных котах. А то и вовсе записывают Элику в ряды профессиональных орнитологов. Мне со всех городов Сахалина присылают коробочка голубей, передающие из маршрутки, раненых, потому что домой к себе люди не берут птиц. Вот. У кого сломана нога, у кого крыло, и все эти птицы находятся у меня. Я их лечу по мере возможности. Которые могут летать, я их отпускаю. Зверье живет и дома. К себе она забирает нуждающихся в особой заботе. Там, кстати, компанию хвостатым составляет лис по кличке Маней. Сейчас женщина старается больше не брать на попечение животных и будет рада любой помощи с кормом для уже живущих. Олеся Львова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ.